Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». В сегодняшнем видеообзоре мы хотим вам показать вот такую вот шнуровочку игрушки из дерева. Значит, рекомендуемый возраст от 2 лет. Ну, в принципе, можно будет открыть и посмотреть. Мы уже немножко открыли ее. Вот, значит, внутри вот такой вот мешочек на завязочках. Вот. И смотрим в комплекте. Значит, в комплекте вы найдете 32 вот таких вот элемента. Они деревянные и хорошо очень обработаны. То есть нету ни одной вот такой вот ни заусенцы, как бы абсолютно безопасной для самых маленьких детишек. Вот. Элементы, как вы видите, они разные по форме, разные по объему. Вот. И на каждом таком вот элементе есть рисунок. То ли это насекомое, фрукта, там солнышко, облачко. Вот. Их можно сортировать по цвету, можно сортировать по форме. Вот. Очень хорошая игрушка на развитие мелкой моторики. Вот. И изучать цвета, формы. Вот. Значит, в комплекте есть еще вот такой вот шнурочек. С одной стороны вот такой деревянный наконечник. Вот. И есть второй шнурочек без деревянного наконечника. Он нужен для того, чтобы, когда освоите вот этот первый как бы уровень сложности, можно будет перейти на второй уровень, одевать без деревянной иглы. Вот так вот. Значит, нужно будет, можно ребенку задать задание, к примеру, отсортировать по формам, собирать. Вот. Как я уже говорила, очень хорошая игра на развитие мелкой моторики. Вот. Отверстия достаточно широкие, то есть, ну и легко продевается без всякого затруднения. Вот. Значит, такую вот игру вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Спасибо за внимание, до новых встреч!